державі Україна є тільки одна монополія на насилля – це державна монополія. Національна поліція, Національна гвардія, Вооруженные силы Украины. Любые другие парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать, они не являются законными. Общественные организации, одни одевают пионерские галстуки, другие одевают камуфляж, третьи берут знамена и называют себя как хотят. Когда они не переходят грани, то это всего лишь общественное движение. Я как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются, так сказать, на улицах вести себя как альтернативное парамилитарное образование. Я хочу, чтобы все были спокойны.